Как сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, заслушали последнюю информацию о ситуациях с пожарами от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах. Министр социальной политики Марина Лазебная ответила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи и просят компенсации за сгоревшие дома и внимание со стороны властей. Она добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников. В правительстве сообщили, что всем, кто потерял дом, будет выплачено до 300 тысяч гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца. По последней информации, к ликвидации огня Харьковской и Луганской области привлечена пожарная авиация МВД. Работают два самолета и вертолет. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет. Как возможная причина возгораний, рассматриваются поджоги. Напомню, по состоянию на утро 3 сентября масштабный пожар в Харьковской области локализован. Очаги огня в селах ликвидированы.